Привет! В этом видео я покажу X-Ray, который обходит анти-X-Ray. Приятного просмотра! This is the future. Сначала настроим. Делаем расстояние X-Ray. Устанавливаем версию. Включаем проверку уже добытых жил. Теперь самое главное, нужно знать сид мира. Устанавливаем сид в X-Ray. И включаем. Все работает. Теперь заходим на сервер с анти-X-Ray и в настройках устанавливаем сид мира. Готово? Теперь все алмазы видны. Вот так видит мир обычный X-Ray. Данный мод для Fabric 1.16.5. Как узнать сид мира? Можно, посмотрев это видео на моем канале.